Друзья, всем привет! В этом ролике мы с Кирюшей продолжим рассказ о том, как малыш учится пользоваться своим телом. Когда ребенок уже научился ползать, пришла пора переходить в вертикальное положение, то есть учиться стоять и ходить. Этот важный навык ребенок приобретает после 6 месяцев. Сначала малыш учится стоять с дополнительной поддержкой и опорой, например, держась за спинку кроватки или за мамину руку. Потом потихонечку ребенок учится стоять без дополнительной точки опоры. Для тренировок лучше выбирать устойчивую жесткую поверхность, например, тренироваться на полу. Стой, стой, давай ручки. Вот, молодец, молодец. Стоим, 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 стоим. Умничка. Держись, держись. Вот так, молодец. Молодец, мой солнышко. Часто детки учатся вставать в кроватке, поэтому проследите, чтобы она была устойчивой. Для этого необходимо, в зависимости от модели, зафиксировать маятник, если он есть, заблокировать колесики или зафиксировать качалку. И обязательно проследите, чтобы дно кровати опустить в самое нижнее положение, чтобы малыш не перегнулся через борт. Когда вы учите малыша вставать, дайте ему точку опоры, но не подтягивайте его, пусть он сделает это сам. Таким образом, ребенок поймет, как работают его мышцы и будет их постепенно тренировать, доводя этот навык до автоматизма. Учимся вставать, учимся. Молодец, молодец, молодец. Вот так ножкой. Умничка. Давай еще раз. Ну, вставай, 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 вставай. Давай ножки вытаскивайся. Устал уже котенок у нас, устал. Вот так. Вот так. Молодец, иди-ка. Давай ручки. Вот. Теперь сам ножку. Умничка. Умничка. Стой, стой. Молодец. Молодец. Когда малыш начинает вставать на ножки, пришла пора надевать первую обувь. Так как мы, в отличие от задуманного природой, ходим в основном по ровной поверхности, а не по камням и корягам, у нас есть склонность к формированию плоскостопия. Поэтому детские ортопеды и неврологи рекомендуют, чтобы дети первого года жизни ходили в обуви примерно 60% времени. Это помогает правильному формированию сводов стопы и поддерживает голеностоп. И здесь очень важно правильно ее подобрать. Итак, как же правильно подобрать обувь для вашего ребенка? На что обратить внимание? Во-первых, это вес. Туфельки должны быть легкими. Во-вторых, материал. Они должны быть сделаны из натуральных материалов, чтобы ножка малыша дышала. В-третьих, обратите внимание на форму. Должен быть высокий жесткий задник, чтобы удерживать голеностоп, но при этом сверху мягкий валик, чтобы ножку не натирала туфелька. Должен быть внутри супинатор, чтобы правильно формировался свод стопы, а также небольшой каблучок, называется он каблучок Томаса. И важно, чтобы обувь регулировалась по высоте на всем протяжении. Я для себя в этом плане выбрала липучки, так как это более тонкая настройка туфельки под ножку малыша. Очень важно правильно подобрать обувь по размеру. Для этого не поленитесь надеть туфельки на ноги малышу и поставить его. Расстояние от края пальчиков до края туфельки не должно превышать примерно палец взрослого человека. Если это расстояние больше, то супинатор не попадет в нужное место на стопе для формирования правильного подъема. И очень важно следить, чтобы обувь не была мала, то есть пальчики малыша не упирались в край туфельки. Я для этих целей покупаю обувь с открытым носом. Коротко резюмирую. Обувь должна быть легкая, из натуральных дышащих материалов, с высоким жестким задником, сверху на котором находится валик. У обуви должен быть супинатор, каблук Томаса, регулируемая высота на всем протяжении. И обувь должна подходить малышу по размеру. Когда малыш более-менее научился вставать и стоять, пришла пора делать первые шаги. Давай. Стоп, не ползай, но стоим. Вот, молодец. Теперь идем. Топ, топ, топ. Разворачиваемся, идем обратно. Топ, топ.
Стой, аккуратненько, ровно. Давай еще раз. Иди вперед. Иди вперед. Раз. Вот. Давай еще раз попробуем встать. Оп, встаем. Молодец, молодец. Ой, как ты уже быстро встаешь. Иди вперед. Давай, я тебя вот так за ручки возьму. Иди вперед. Молодец. Теперь иди ко мне. Иди ко мне. Иди, иди, иди. Ну, еще два шага надо сделать. Раз и два. Молодец! Молодец! Умничка! Вот. Давай теперь. Еще один сложный навык, развивающий координацию движений – приставной шаг. Это очень сложный навык для малыша, но открывает для него большие возможности. Освоив это умение, ребенок сможет с легкостью перемещаться вдоль края дивана или кровати за интересующим его предметом. Ну-ка, давай возьми игрушку. Давай ножками двигай. Раз. Раз. Два. Теперь сам. Другой ножик, другой. Нет, ты не пытайся залезть, ты пытайся дойти на нее. Смотри. И раз. Молодец. Молодец. Взял игрушку. Умничка. А? Ну-ка, иди теперь обратно. Давай, иди-ка. Держись за кроватку. Ножку. Раз. Два. Еще. Раз. Два. Молодец! Ты сам дошел до игрушки. Не забывайте, что малыш все время старается вам подражать. Не спеша демонстрируйте ему те умения, которые изучаете в данный момент. Ползайте, вставайте, ходите и так далее. Пусть ребенок внимательно наблюдает за вашими движениями, а потом старается их повторить. Помните, что то, что у нас доведено до автоматизма и не составляет труда, для ребенка является сложнейшей задачей. Не забывайте хвалить малыша за его достижения. Если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях к этому видео или в наших группах в социальных сетях. Ссылки будут в описании. Ставьте лайки, если понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем приятных занятий, будьте здоровы и до новых встреч! Всем пока!